Эльдар Шахзадаров, после первого отрезка. Эльдар, привыкаете к новой форме, к новым требованиям, к новым задачам? Ну да, конечно, новая команда, новые требования, большие перемены в жизни. Ничего, прорвемся. Ну вот насколько вписываетесь в установки Бабенко, что от вас требуется лично на площадке? Ну не знаю, наверное, скорее всего, выполнять тренерскую установку, что требует тренер, и, ну, конечно же, обострять и играть в защите. Конечно, я нюансы не буду рассказывать. По сегодняшнему матчу, вот в чем, может быть, есть сложности пока? Хорошо входите в зону, еще что-то, то, что получается? Не знаю, мне кажется, надо быть более агрессивнее, больше лезть на ворота, бросать и как-то более настырнее быть агрессивнее. Конечно же, без удалений. Хорошо, все. Спасибо большое, Эльдар.